Тут цирк целиком поместится. Машина не наша? Если б. Не, она твоего дяди Атласа. Вернемся на поезде. О! Что за настрой? Мне нравилось вдвоем ездить. Виктор! Выбрался из захолустья? Убийца Джо. И вас приветствую. Руби Пеппер, ты пропустил Новый год. Да знаю, знаю. Дело в том, что Эфи... обсудим позже. Атлас? Цены ниже не найдете. До 70 разгоняется. И вы просто посмотрите о, на этот это дизайн. Ты? Это Джо! Классика, не стареющая классика. Мордекай. Каждому. Ты щитовод в кафе? Эта машина просто мечта. Да. А что с рукой? Нет, поранился? Нет, не стоит волноваться. Она сломана? Можно глянуть? Мисс, знайте меру. А зачем тебе оружие для работы с числами? Иногда я уменьшаю число. Что это значит? О нет, слишком рано. Эй, Айви, я иду в кафе. Не хочешь со мной? А, может позже? Я тут говорила... Нет, конечно, не поверю. Она же целое состояние стоит. Что за... Чем занятой? Работой. Какой работой? Машинной. Вроде надежно. Молодец. Да, когда-нибудь и я себе такое куплю. Чего все такие серьезные? Не разговоришь. Мордекай со сломанной рукой. Подозрительно. Да он упал с лестницы. Он немного глупый. Глупый? Говорили ему не ездить на роликах по дому. Он катается? Не лучшим образом. Ты потерял глаз на войне? Нет. Неудачно поел мороженое. Нет. Забыл про ложку. Не умеешь врать. Совершенно. Да я еле водить умею, не надо. Есть мороженое? Нет, как врать? И немного юмору. Хочешь хорошую шутку? Был мальчик, который бежал к маме, крича: «Мама, у меня на штанах две дырки!» Нет, тебе пора. Тут опасно. Что опасно? Много всего острого. Инструменты. Живо! Сюда, тут свет получше. Мисс Айви, милая, встаньте вот сюда. Виктор, идем. Вы грабители, гангстеры или что? Ну, стучать не буду, если войду в долю. И кто тут гангстер? Ха.